Я просто публично хочу вас предупредить, что вы грамотные люди, опытные люди. Вы вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и президента туда, куда вас сегодня президент направит. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение, надо прийти тихо, спокойно, без помпы, сказать, что я не могу, чтобы предательства не было. Я об этом говорю, потому что были у нас послы, вы это хорошо знаете, которые поступали соответствующим образом. Пусть это единичные случаи, но это неприемлемо. Вы люди больше, чем военные. Потому что военные, они при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете. И глядя на вас, люди будут там, на месте, в Монголии, в Иране или на Кубе, делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны прежде всего и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы.